Мировой финансовый капитал и элита США вцепились друг другу в горло. Они никак не могут смириться со своим поражением прошлого года. Битву против Трампа возглавляет авантюрист Джордж Сорос. Я могу гордиться своими врагами. Это очень влиятельные группы. Проект русского вмешательства является основным инструментом борьбы против Трампа. Специальный репортаж. В среду в 20:20 на телеканале «Звезда».